А сотрудники полиции изъяли более 32 тысяч бутылок незаконной алкогольной продукции на одной из оптовых баз Симферополя на улице Кубанской. Общая сумма контрафакта превысила 6 миллионов рублей. Ящики с бутылками наиболее популярных марок нелегальной водки и коньяка были обнаружены в складских помещениях фирмы, занимающейся оптово-розничной продажей продуктов питания. Незаконный алкоголь не только хранился на складе, но и реализовывался. Руководитель предприятия, которому принадлежит поддельная спиртосодержащая продукция, задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам части пункта Б, части 6, статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за данный вид преступления предусматривает до 6 лет лишения свободы.